перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет, дорогие мои, всем привет, снежинки и снежиночки. Альбом на подходе, ребят, везу его сейчас в машине. Ого! Прикинь, мы его в лифте показали. Йоу-йоу, легенда ИСА, панчер, тяжеловес. Ванёк, здорово! Здорово, Ванёчек! Салют, салют, бро! Я еду домой, ребят! В Мексику! Машина... Авито, Мерседес! Типичная! Типичная для меня машина! Авито, люблю Круза, люблю. В общем, люблю все, что большое, что действительно едет, что действительно. Да так, едет. Ребят, мы в топовом эфире. Да едет, да? Топовый эфир, ребят. На самом деле мы в Соболе едем. Да? Соболь, Баргузин. Продаем сейчас за 750 тысяч. Сейчас уже вешу объявление. В принципе, если есть желание, если есть возможность, подъезжайте. Ходовку поменяли, канаты натянули. Так, ИСА. Что-то пишет. Что-то потерял ИСУ. Как ты, старичок? Да как, братан, вот так, сам видишь. Сам видишь. Старею на глазах, разваливаю. Сейчас этот тюльпан и все, наверное. Погнали в один конец. Здорово, здорово, здоровье, видали. Владивосток, салют, ребят. Как меня слышно, как прием? Эх, ребятки, ребятки. По альбому, ребят, спасибо всем, кто реально ждет. Были некие проволочки, заморочки. Мне не нравилось кое-что. Альбом готов на 90%. Да, я забыл, что наклейку не наклеили, поэтому машина, ребят, извиняюсь, не 750, а миллион, 1 100 000. Хабиб или Тимати, ну смотри тут как, если бой перейдет в парк, то естественно, я думаю, что Хабиб разнесет Хламотей. Если бой и будет продолжаться некоторое время в стойке, то возможно, что Тимур сможет забатлить. В общем, интересный бой, я жду, так же, как и вы. Также всем передаю респект. Также всем передаю респекты, как и вы. Кизару респект. Black Star респект. Да всем респект. Всем абсолютно респект. Грязный морде на курорт. Я уже его бросил вообще-то. Хип-хоп как бэк. Я бросил хип-хоп как бэк. Но скоро, суки, вас ждет камбэк. Нормально я придумал на ходу. Смотри, легенда, она и в Африке легенда. Легенда, завтра в отпуск, ждет нас битва. Хорошо, приезжай, UFC 2. Джон Джонс против Беласкеса и Рамбл против Гуся. Зачитай, качок просят. Ребят, все на альбоме, все на альбоме. Спасибо, спасибо, что ждете, что... Бля, и летят сердца постоянно, понял? Без передыха. Вот эти сердечки, поцелуи, какие-то вот эти двузначные какие-то смайлы. Горячие.
А, панорама. Мы тоже панораму не забудем. Мы были в шоке. Приезжаем в клуб, а там пауки размером, я не знаю. Жопа у паука, как яйца у африканца. Я был в шоке просто. Когда они еще от салюта начали вниз сползать. Ребят, по альбому 90% готовность. Я делаю его как собака, постоянно. Поэтому вы услышите в ближайшее время альбом, услышите новые синглы. По кайфу вас порадовать чем-то новым, но пока. Значит, привет всем, привет Пересвет, спасибо за костюмы, спасибо за тренировку. Не-не, все, я бросил уже. Дай вам респект, я не гомосек, но сердечко нажал. Так, прямая, ребят, летим в Гуково. Сейчас залетаем в Гуково и сразу же. Побежаем к Тыкву, говорим, ты что так вообще базаришь, а? И зачем это делаешь? Тебе не стыдно? Ты не криво въехал, да? Кому стыдно должно быть, мне или тебе? Кто едет криво? Ребят, мне подарили оружие, какую-то покажу вам, будет шок. Да, конечно, по навам моего старика Ода Стрит с муравьем на альбоме Fit. Ребят, я могу, в принципе, поцеловать сейчас как? Возможно, как это сделать? Двумя способами, да? Можно просто послать поцелуй прощальный. Можно что-то с языком придумать, да, более серьезно. Но я посылаю поцелуй. Всем привет, альбом на подходе. Респект всем, кто в теме. Я знаю, что тебе скажу. Я тоже надеюсь, что альбом не подведет. В принципе. Пушка. Нет, альбом не подведет. В принципе. Пушка. Мне говорят, альбом пушка. Ром, Ростов, едь хоть уже. Братан, я вот с Ростова только еду. Я еду с Ростова, к сожалению, но не получилось никак тебя набрать, не заехать, потому что были дела, братуль, реально ездили по делу. Терпение – это самое главное в нашей жизни, ребят. И вам терпение, смирение, любви, добра. Ребят, это моя фан-база? Ребят, это фан-база Диги или нет? А, это фан-база Диги.